Доходы и расходы бюджета города по сравнению с последней корректировкой возросли более чем на 8 миллионов рублей. В том числе поступили деньги на реализацию проектов инициативного бюджетирования «Вам решать». Напомним, победили 6 предложенных жителями города проектов. В основном это благоустройство детских площадок и ремонт проездов. Расходная часть бюджета предполагает выделение более 1 миллиона 600 тысяч рублей для детской школы искусств. С целью увеличения финансирования капитального ремонта здания, так как увеличивается сметная стоимость работ, уже проведено 2 аукциона, отсутствуют вообще участники. Основная причина, что произошел рост материала. Да. Невозможно выполнить за эти средства. Будут увеличены расходы и на капитальный ремонт крыши здания городского музея. По программе образования предлагают увеличить расходы более чем на 6 миллионов, в том числе 500 тысяч рублей дополнительно направят на строительство школы. Это наша доля в размере 1% доли софинансирования местного бюджета в связи с ожидаемым увеличением финансирования за счет областного бюджета чуть более 49 миллионов рублей. Увеличены расходы на разработку проектно-сметной документации на ремонт здания 3-го лицея и подтрибунных помещений школы номер 13. Также за счет бюджета к началу учебного года будут переоснащены пищеблоки в некоторых школах. На 16 миллионов увеличено финансирование на ремонт дорог. Будут выделены деньги на разработку ПСД для обустройства водоотвода на улицах Силкина и Зернова в районе медколледжа. Екатерина Ампенова, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей Саров-24.